Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильную мультимедийную систему от компании SWAT, модель CHR5120. Поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция, гарантийный талон, металлические уши для фиксации магнитолы в посадочном месте, провода подключения акустики питания со стандартным разъемом ISO, фиксирующие винты, и также сама магнитола. Магнитола небольшая по глубине, ввиду отсутствия CD-привода. Сзади у нас идут разъемы RCA, тюльпаны для подключения видеовыхода. Видеовход можно подключить, пара линейных выходов, разъем для подключения адаптера рулевого управления, разъем для подключения FM-антенны, предохранитель на 10 ампер, также разъем для подключения акустики и питания. Магнитола полностью сенсорная, 7-дюймовый дисплей у данной магнитолы, кнопки управления имеются, встроенный микрофон, слот под карты памяти microSD, разъем AUX и под заглушкой полноценный USB разъем. Магнитолу сейчас подключим на 12 вольт и пройдемся по ее функционалу. Подключили магнитолу на питание. В данной магнитоле, в принципе, все абсолютно можно настроить на любой вкус. Имеется Bluetooth режим, в котором можно использовать как громкую связь, так и прослушивать музыку через мобильное устройство. Есть возможность настройки рулевого управления, но для этого нужен специальный адаптер. Отдельно приобретается. По настройкам звуковые, основные настройки, это все полностью также настраивается на любой вкус. Подсветка, как мы видим, кнопок сменная. При покупке на данную мультимедию обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.